И схватка у нас начинается. Я думаю, что Рафик будет пулить гард и стараться работать снизу. Опять низкая стойка. Да, тут же пул гарда. Забирает Делариву, Рафик левой ногой. И контроль штанины. Очень комфортно себя чувствует Рафик в этих позициях. Пытается Рафик вкрутиться тазом под соперника, пока Антон блокирует попытки, но Рафик с каждым разом все ближе и ближе. Хорошо лапелом контролирует Рафик, и сейчас будет попытка взять из спины соперника. Да. Хорошо, Рафик остается сверху и забирает 2 балла за свип, вставляет правое колено внутрь. Вот, видите, правый крючок уже практически заправлен, уже находится внутри. Крючки сначала, Рафик, сначала крючки. Тяжело отсюда будет сохранить спину, потому что вот сейчас есть крючок, левый крючок на месте и правый тоже. Сейчас посмотрим, оценит ли судья. 4 балла, пока не дает. Андрей Самков 4 балла. Может, видит чего-то, то, что мы не видим. Рафик, чуть-чуть подкрутись, не дали 4 балла. Рафик, чуть вправо, все, есть. Вот сейчас есть 4 балла. Да, тем самым счет становится на 6-0. Я думаю, сейчас Рафик будет искать лук и стрелы. Антону нужно стараться разворачиваться спиной к мату, потому что в этой позиции очень тяжело защищаться. Вот, нужно крутиться, разворачиваться спиной к мату и тем самым улучшать свою позицию. Вот, потому что стоя на коленках, очень тяжело работать своим тазом и выводить свой таз из-под контроля соперника. Чуть высоко находится Рафик, мне кажется, это ему немного мешает для проведения приема. Вот, но сейчас ему удалось перекрутиться. Заправлен захват, я отсюда не видно с моей позиции, под шеей находится или под челюстью. Вот пока Антон сопротивляется, а вот сейчас, по-моему, захват уплотнился. Да, растягивается в спине Рафик. Я думаю, сейчас мы увидим сдачу Антону. Ну, пока нет. Неуступчивый Антон. Вот, вот сейчас мы увидим переход на лук и стрелы. Причем роллинг лук и стрелы, то есть Рафик прокручивается. Красиво, красивый выход, красивое завершение приема. Вот, и поздравляем Рафика с проходом в следующий круг. Если я не ошибаюсь, он встретится с Димой Тимофеевым, и это будет уже интересная схватка. Thank you.